Владимир Путин объявил еще 3 ноябрьских дня нерабочими в этом году, с 1 по 3 число. Такое решение президент России принял на совещании с членами федерального правительства. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. В результате осенние каникулы по факту продлятся с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, в каждом субъекте разрешается объявить локдаун, даже еще раньше, а в случае необходимости его можно продлить. Всем работникам, кто подпадает под ограничения, должна сохраняться заработная плата. Непривитых сотрудников в возрасте старше 60 лет на удаленку приведут обязательно. Путин также поддержал единовременную выплату грантов в размере МРОТ на сотрудников в пострадавших отраслях. Речь в основном о малых и средних предприятиях. По оценке Кабмина, потребуется 27 миллиардов рублей.